Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья. Если вы слышите этот голос и видите новый проект, то значит вы с Казуко Family. Присаживайтесь поудобнее, ставьте лайки, а мы пробуем вот эту интересную игрушку начать. Ставьте чаечек, кофеечек, а мы погнали. Телефон для сохранения. Казуки, прикольно. Так, они, значит, разделятся.
Так, стоп. Джойстик работает, что ли? В натуре. Удобно. Чудик какой-то на камне, видите? Прикол. Ага, ну короче, все осматривать. Дальше мы пройти не можем, да? Че это такое? Моя дорогая Саки. О, пацаны вернулись. Такс. А, интернета нет. Все как обычно.
Так. Теперь ребят нужно найти. Так, но через эту хрень я пройти не могу. Это явно. Что же за хрень происходит? Чё? А, разрезать лианы, все, я понял. Валим тогда. Ну, вообще игрушка прикольная, довольно атмосферная, я бы сказал. Ты кто? Чё? Чё это за аватар, блин, побежал? Чё? Нифига себе прикол. Глава первая. Кто там, блядь?
Чё за дичь? А. О. Ключи чего-то. Так, ну тут завалы. Гордон Фримен? Чё? Закрыто на мини-сейф. Ага, она отказывается выходить, да, с этого? Чего мы могли пропустить? Подожди. Вот и решение всей проблемы. Ага, какой-то рисунок. Какое-то небо. Какая-то тьма. Блин. Что за прикол? Ох, сохраняшка. А здесь сохраняшки сделать важно? Чего? О нет, кто-то повесился. Страница от дневника первого. Ну
Закрыто. Опля. Кто-то повесился. Явно. Ну, понятно, пока мы ключом не откроем, все будет. По жопе. Ага. Две какие-то подружки. Но у меня есть подозрение, к чему это. Тут, в принципе, довольно все просто понять. Нет. Этой. Хорошо, а для чего нам ножницы? Вопрос. Вы что, сейчас хотите сказать, что этими ножницами можно что-то отрезать? Но явно не замок. Чего? Юта.
Ничего. Ага, понятно. Значит, теперь он с нами, да? А чем он сможет нам помочь, вот вопрос. Стоп, а может ее? Не, нифига. Я думал, можно ее разрезать. Да, блядь. Чего? Хорошо, для чего нам тогда этот чел нужен? Для чего нам нужны ножницы? Чего? Стоп, подожди. У нас две головоломки. Но
я не могу ничего с этим сделать. Капец. Фу-фу-фу-фу. Не думал, что я на этих двух головоломках просто тупо застрял. Но, в принципе, я посмотрю, что, как дальше проходить. Вот. Так что, сделаю паузу, посмотрю, как проходить эти две головоломки. Не прощаемся, наверное. Сделаем просто на этом паузу.